у людей уменьшится уверенность. Вот на основании всего, что будет происходить, у людей будет уменьшаться уверенность. А уверенность в себе, уверенность в завтрашнем дне, уверенность во всем. И будет увеличиваться неуверенность. А опять-таки это будет сказываться на всех аспектах жизни и деятельности человека в разных сферах по-разному. Но это будет опять-таки добавлять еще больше нестабильности. Люди перестанут чувствовать уверенность в себе, уверенность в завтрашнем дне, что-то в этом роде. Эти процессы будут подрывать людей и общество изнутри.